Вы знаете, вот когда с путинизмом будет покончено, мы с вами станем также свидетелями разоблачения и выведения на чистую воду организаторов теракта в нашем парламенте в 99-м году, 27 октября. Я в этом не сомневаюсь. Потому что, несмотря на то, что очень сильно подчищали, там очень многих свидетелей, участников, вы знаете, совершенно странные какие-то смерти были и в тюремной камере, и где-то там, значит, по пути домой, и какая-то болезнь, и случайный сердечный приступ и прочее. Мы же все это видели. Но люди-то живы, свидетели-то живы, и все это раскроется.